Допустим, v от x. Что это такое? Это усредненный логарифм от частот, соответствующих значению x1. То есть мы берем всех респондентов, которые имеют значение x1, то есть холосты, не замужем. Таковых у нас, таковых профилей, не респондентов, а профилей, 15. От каждого значения берется логарифм и усредняется. Вот, собственно говоря, логарифмы натуральные. И вот среднее значение. Можно по-другому немного проинтерпретировать эти значения. Есть такая величина, альтернативная среднему арифметическому, называется средняя геометрическая. Собственно говоря, альтернативная интерпретация, которую сейчас озвучу, она вытекает из свойств логарифмов. Итак, средняя геометрическая от тех же самых частот, то есть все они перемножаются, и берется корень из 15, поскольку их 15. Если взять логарифм от этой величины, мы опять же получим значение vx. Давайте проверим. Такая интерпретация в дальнейшем нам тоже пригодится для лучшего понимания результатов применения логлинейного анализа. Для каждого эффекта всех уровней, кроме самого высокого, вот эффект лямбда xyz, лямбда yz, лямбда xz, то есть это эффекты второго уровня, это эффект третьего уровня, это эффекты первого уровня. Поскольку у нас три переменных, то эффект третьего уровня является наивысшим. Его мы сейчас не рассматриваем. Для всех остальных эффектов необходимы свои логарифмы. Вот они здесь представлены. Потому что формула каждого из эффектов включает в себя эти логарифмы. Например,